Регина Саттарова – молодой режиссер драматического и постдраматического театра. Опера для нее – новая стихия. Другой вид искусства. И, конечно, безумно интересно понять, по каким законам она строится и вообще поработать в этом формате. Нынешний директор Большого театра и бывший директор театра Станиславского. Три композитора, три драматурга, три художника и три режиссера. Объединившись в команды, они будут работать над будущей оперой. Во время обучения пройдут мастер-классы, группы представят либретто и музыкальные наброски. Не идет о том, что вся эта история закончится выпуском трех спектаклей оперных. Она может продолжиться и дальше, если будет все это востребовано в обществе, верхами, низами и прочим. Свобода творчества обеспечена. Казанский зритель нуждается в экспериментах смелых и дерзких. Спрос на такую оперу будет, уверены организаторы. Темами не ограничивают, сейчас ищут площадку для показа постановок. Я приехал с того, что надо сделать, показать, что у нас есть те ребята, которые хотят этим заниматься, которые могут этим заниматься. Людям, зрителю это важно и интересно. Как только будут получены первые эскизы работ, начнется подбор артистов и музыкантов. Кастинг уже запланирован. Первые черновые эскизы спектаклей группы должны подготовить к лету. Ну а готовые постановки на казанской сцене появятся в октябре будущего года. Альбина Слугараева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.